Эта песня, ну и конечно, после такой песни невозможно не исполнить песню, которая вот сейчас в состоянии моем. Называется «Короче». Ты возбудила меня очень, правда? Правда, короче. Денис возбудился. Давай, короче. Сейчас на наш лист никто не смотрит. Алис, спасибо огромное. Очень,
очень было приятно. Настолько экспромтно, настолько было с экспрессией, по-настоящему, по-весеннему, Олеся Полипу, самая-самая сексуальная и обворожительная. И замечательный Денис Лаврин с шикарными песнями. Спасибо. И в прекрасном костюме празднично.